Пензе почти 500 домов остались без тепла в результате аварии на ТЭЦ. Сообщается о 4 прорывах на городских сетях. ЧП произошло сегодня в районе часа дня по Москве. Во время газосварочных работ в машинном зале прогремел взрыв. В итоге частично обрушилась крыша над турбогенератором на площади в 600 квадратных метров. По предварительным данным, во время работ могла быть нарушена техника безопасности. Известно об одном погибшем. Спасатели ликвидируют последствия. Завалов никаких нет. Значит, данные конструкции все обследованы. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению. Основные веси ремонтные работы или старение, значит, конструкции кровли. Следственные органы работают. Сейчас выясняем причину аварии. Как сообщают в МЧС, спасатели делают все необходимое, чтобы свести к минимуму возможные последствия ЧП. На месте также работают следователи.